Это я, Владимир Владимирович. Добрый вечер, Владимир Владимирович Путин. В общем, я к вам пришел вот с такой вот новостью. А, вы здесь? Здрасте. Короче говоря, у меня умерла моя домашняя мочалка. Вы совсем с ума сошли, что ли? Из-за вот этой всей депрессии хватит меня пялить, ты, придурок. И из-за вот этой депрессии я не буду платить налоги, поэтому, извините, сегодня налогов у вас не будет. Ваше место у параши. А, в смысле? На, сука! Ау! Опа, Обама, здравствуй! Мне уже нравится, мне уже очень нравится эта игра, на самом деле. Вы просыпаетесь в непонятном месте и обнаруживаете на своей шее ошейник с надписью «Слайв». Настоящий fucking слайв. Повсюду разбросаны стаканы с белой жидкостью, попробуйте разобраться, что это такое, выберите свободу, не под... Короче, понятно, типичная гача игра. Эй, просто смотрел гачи-мучи ремикс на ютубе, теперь я здесь! Нам нужно собрать 18 стаканчиков не молока. Полная хуйня. О, а вот и первый стакан. Боже, что за бред, а? Меня смешит то, что я бегу, а третья рука держит фонарик. Ох, твою мать! Путин, пошел-ка ты нахер, а? Путин, зачем ты меня так пугаешь, а? Так, где еще оставшиеся стаканы молока? Я хочу пойти в спортзал, я хочу стать босс of the game. Капец, оригинально, вот оригинально, сделать хоррор-игру при гачи. Качалка! Ты кто еще нахрен такой? Ты что, Трамп, что ли? Воу-воу-воу-воу-воу, Трамп, не надо, Трамп. Ай, больно. Я не подставлю тебе свою задницу, уйди от меня. Он бежит за тобой. За мной Трамп бежит. На, возьми молоко, попей, все нормально будет. Ой, я вижу еще одно молоко. Давай, пей. Он сзади меня? Да, он сзади меня, но он хотя бы там медленно бежит, ладно. Путин! Путин, спаси! Что? О, господи. Тут в этой игре еще есть бесплатное обновление с 12 персонажами и 2 локациями, ну там про гачи. Но я боюсь, что за это кинут страйк. Ну или... Ну просто видео забанят за такое. Просто делайте выводы, то что если вы будете смотреть ремиксы на ютубе про гачи, вы станете такими же. Все, все. Это даже не обговаривается. Ёшкин свет, это еще что за место? Это котел для... Там хранят вот этих fucking слейвов, блин. Вот твою мать, ты кто такой? Путин, да задолбал, да заплачу я тебе налоги, все, прости, все нормально будет. Налоговые учеты, там, проценты, бумажки, банки, я знаю, все, я понял. Голосование. Класс. Дополнительные налоговые меры. Да не, дам я тебе дополнительные налоги. О, это моя братва, это моя семья. Путин, смотри, это моя семья. Все-таки первым делом я пойду вот в этот коридор. О, Пепе. А, тут еще вот эти бумажки надо поднимать. Все, окей, я понял. Так, вопрос, где здесь вообще Путин добыл? Он же вышел откуда-то, да? Где он появился-то? Так, свечка. Понятно. Вот больше всего меня, наверное, здесь пугает вот этот скример Путина, который появляется неожиданно. Пойду. Я туда не пойду. А он меня не видит? Да, он меня не видит, все нормально, жить можно. Тут у нас... А, тут же у нас Трамп обитает, да? Я могу в этой игре прыгать? Да, я могу прыгать. А если я прыгаю, я быстрее двигаюсь? Я не знаю. Но если вдруг на меня кто-то нападет, я буду прыгать, не плевать. Тут кто-то есть. Да, тут кто-то есть. Это Трамп. Трамп вышел на охоту. Он вышел искать мясо. Он вышел искать, fucking слейва. Во, это Билли. Билли поможет нам. Так, остается вопрос, как от него убежать? Давай, заходи. Открывай дверь и вали. Я думаю, надо просто валить отсюда. И все. И рано или поздно он от меня отстанет. Это Трамп. А это не здесь скример с Путиным был? О, Путин. Платинолог. О, вот здесь я еще, кстати, не был. Так, тут у нас... Опять? Да он все равно бежит за мной. Как от него убежать-то, а? Просто беги. Просто беги. Ты сможешь. Просто убегай. Уходи. Трамп! Смотри, там это, там широкий Путин идет. Это интереснее, чем шлепать меня. А, там справа внизу, там ХП показывается, все понятно. Блин, офигенная музыка на заднем фоне оказывается, просто... Уиу. О, это же та самая комната с раздевалкой, да, я угадал. Тут, если я не ошибаюсь, в трейлере бегал Обама. Обама, ты где? Обама. Рикардо Милос, спаси, славяне, спасибо. Мне осталась одна бумажка и 4 стакана, неужели я выиграю? Мне нравится, как персонаж прыгает. Уи. Тут еще одна дверь, только она закрыта. Здесь что, больше ничего нет? Ёпта, 2 президента одной страны в одной комнате. Вы ошиблись комнатой, там, короче, политика Джон Байден на 2-м этаже. И они такие, fuck you. Мне их нужно как-то отбежать, чтобы они меня не увидели. Здесь я могу отбежать? Наверное, смогу.
Нет, нет, там Обама. Все, что нужно, я здесь взял. Так, стопэ, а где выход здесь вообще, а? Игра настолько прикольная, что она у меня аж чуть лагает. Сзади меня никого нет, все, нормально. Можно сказать, я вот этих двоих просто взял и оставил в раздевалке. Они-то, наверное, будут с друг другом бороться. Наконец-то могу спокойненько посмотреть вот это. Да, какой кайф. Пойду-ка я, пожалуй, вон туда вперед. А, опять, да ты, ну тут же был скример Путина, ты чё тут-то появился? Почему, почему, чё ты здесь делаешь, иди отсюда, чё у меня шлёпает постоянно, я не могу от него убежать. Чё это было вообще? То есть он взял, появился, отнял у меня хп и ушел. Это как понимать? Я тут думаю, чё от него убежать не мог? Я вижу стаканчик. Ура, наконец-то, утоли жажду. О, кайф. Так, что у нас здесь? О, это же изначальная комната. Так, стопэ, так я же здесь уже был. Я что, где-то не взял стаканчики? Окей, побегаем здесь еще немножко. Может быть, здесь есть какой-то постер или еще что-то? О, бревно. На бревно смотреть интереснее, чем на все, что здесь происходит, наверное. Может, где-то здесь есть постер или еще что-то? Не надо, уйди от меня! Путин, 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 дорогушка, фига ты флексишь. Путин, Путин, Путин. Ты меня не видишь. Я спрятался, окей? Он меня реально не убил, все. Все, давай, иди отсюда. Такой походкой пойду и уйду там, ну, у россиян налоги получать, да? Окей, и что мне теперь с ним делать, вопрос? Я буду, наверное, вот так вот сзади него идти, чтобы он меня не увидел. Охота на Путина. Я хочу укусить его пиджак. Давай, иди. Иди, 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 иди. Куда ты повернешь? Он пошел направо. Все нормально. О, господи, это мои руки. Справа я как раз таки не был, там молоко. Блин, а там Путин вон идет. Что делать-то? Ну там вроде сзади меня никого нет, так что все нормально. О, я вижу свою голову, класс. Так, Путин ушел. Кстати, стаканчики, они восстанавливают здоровье, все нормально. Что за... Что за... Это Путин, вовремя ты появился. Путин, оказывается, еще слышит, как я пью. Я могу какой-то кнопкой оборачиваться или что? Короче, смотрите, есть такой вариант. Я вот прям здесь его вот обманываю. Вот так вот обманываю. Веду его сюда, и я бегу туда. Забираю все оставшиеся вещи, и все, я выигрываю. И я вот пока буду туда бежать, он меня не спалит. Ну, он от меня отстанет. Мне нравятся вот эти цепи, они такие блестящие. Постер! Молоко! Там стакан! И последний постер, давай быстрее, быстрее, быстрее. Здравствуй, дед! Здравствуй, стакан! Куда? Вернись в данжен-комнату! Это куда, блин? Что за данжен-комната? Ты про что вообще? Я, короче, не знаю, куда это, но, наверное, сюда. Или нет, или нет, или да. Молоко! 19 из 18, Путин, что ты здесь делаешь? И это не Путин. Да, это Путин. Ну-ка, Путин, иди сюда. Давай-ка я тебя обману. Давай, вот беги за мной, давай. Скорее всего, данжен комната это там, где я появился в самом начале. Поэтому давай, пошли. Пошли, пошли, пошли. Кс-кс-кс-кс. Чую, меня после этого видео посадят. Я застрял здесь. Он сзади? Да, он сзади, все нормально. Да, налоговые вычеты, что там только нет. Он сзади. Да! Да! Класс! Есть, я прошел. О, господи, блин. Короче, это было забавно. Я не знаю, как это описать. Я не знаю, как рассказать что-то про эту игру. Теперь-то я точно уверен в том, что это самая смешная игра в Стиме или в которую я вообще играл. Если вы хотите больше таких смешных видео, то вы сами все прекрасно знаете. Лайк, подписка, поэтому всем пока. Или вы... А, точно, точно, я что забыл-то? Если вы не подпишетесь на этот канал и не поставите лайк, то вы не будете самым истинным Dungeon Master. Ой, тьфу, fucking slave. Ну, какая разница, короче, всем пока. Господи, у меня психика пошатнулась, все. Я буду молиться своему врачу, который меня будет лечить, как вот этот пацан с трусами. Я буду точно так же молиться, вот типа, вы спасите, вылечите мое здоровье. Господи.